Всем бобра, с вами капитан Немов. Хочу показать вам способ крепления грифа через жопу. Наш традиционный русский способ крепления грифа. Вот у меня новый проект. Сейчас намажу пяточку. Я мажу клей пальцем. Мне так удобнее. Вот так. Дальше берем гриф. Крутим. Вот так. Клей потек. Значит, все хорошо. Все, вот секрет крепления грифа через жопу в том, что берется длинная отвертка и вставляется в подготовленный шурупчик. Прям через весь корпус, через задницу. Потом эта дырочка заделывается и все. Вот все, получилось вот такое вот крепление. По-моему, неплохо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!